И к новостям спорта. За два дня 10 медалей. В Бийске подвели итоги краевых соревнований по спортивной гимнастике. Пальму первенства оспаривали как начинающие, так и более титулованные спортсмены. В копилке воспитанников спортшколы «Заря» медали разного достоинства. Два золота, четыре серебра и столько же бронзы. Соревновались гимнасты в многоборье в шести видах. Это вольные упражнения, конь, опорный прыжок, параллельные брусья, кольца и перекладина. В соревнованиях приняли участие порядка 50 человек. Это гимнасты из Бийска и Барнаула. Среди бийчан медали высшей пробы завоевали Эдуард Шахурдин и Александр Несмеянов. Эти соревнования являются отборочными. По итогам двух дней соревнований по наибольшей сумме баллов гимнасты, выступающие по программам мастеров спорта, будут отобраны в сборную команду и представлять нашу команду Алтайского края на чемпионате Сибирского федерального округа, который пройдет в январе, в начале февраля в городе Кемерово.